Итак, здравствуйте, друзья, с вами Синчуков Юрий. Вы смотрите это видео, потому что хотите научиться рисовать животных. И хочу сказать прямо, я подготовил для вас новый видеокурс о рисовании животных. Всего здесь 40 видеоуроков. 20 видеоуроков посвящено рисованию животных, а 20 уроков посвящено рисованию птиц. Вот. И кроме того, что мы здесь поэтапно учимся рисовать представителей животного мира, да, будь то животные или птицы, то есть я показываю вам поэтапно, как это делать правильно, с чего начинать, как продолжать, как делать тушевку, штриховку, как передавать разные фактуры, это и мех животных, да, это и оперение птиц, то есть все это вы сможете научиться вместе со мной. И цель этого курса не просто вместе пройти какие-то уроки, а во-первых, чтобы вы смогли потом, после прохождения этого видеокурса, сами нарисовать любое животное или любую птицу. То есть я покажу, как это делать поэтапно, как это делать правильно. И я думаю, что даже пройдя столько уроков, да, это 20 уроков по рисованию животных и 20 по рисованию птиц, благодаря этому вы сможете точно научиться рисовать уже любое другое животное. Кроме этого, значит, что я сказал. Второй момент очень важный. Практически в каждом уроке, хотя есть и отдельный урок, я рассматриваю с вами конструктивный рисунок, то есть понятие конструктивного рисунка, понятие объемно-пространственного мышления. То есть мы стараемся понять конструкцию животного. Не просто мы срисовываем какие-то там формочки, там нарисовали кружочек, нарисовали там столбик, то есть ногу там или лапу и так далее. Мы с вами на примере этих уроков также будем осваивать конструктивный рисунок. То есть это нужно не только для того, чтобы срисовывать, но в большей мере для того, чтобы рисовать из головы. То есть вы сможете, поняв эти принципы, потом рисовать животных, птиц или любые объекты уже из головы. Это очень важно. Кроме того, есть приятный бонус рисования на больших форматах. Там тоже, кстати, у нас цапля, которая держит рыбу, да, которую она поймала. Мы нарисуем там несколько видеоуроков, поэтому я думаю, что вы будете очень рады, да, пройти вместе со мной эти уроки. Вот, поэтому смело приобретайте этот видеокурс, вот, и вы сможете просто даже получить радость от того, что будете рисовать животных, да, если вам нравится рисовать животных. Вот. Во-вторых, кроме радости, которую вы получите, да, вы также усовершенствуете свои навыки художника. То есть 100% гарантирую вам, что вы станете лучшим художником, потому что просто если пройти еще дополнительно 40 уроков, то понятно, что вы набьете руку, да, что касается тушевки, штриховки, там, рисования, срисовывания и так далее. Ну и еще раз хочу подчеркнуть, речь идет о принципах конструктивного построения. Ну, может быть, это звучит так, может, сложно слишком, да, но вы поймете, что это не настолько сложно. Хорошо, с вами был Синчуков Юрий, приобретайте видеокурс и рисуйте. Пока-пока.